Всем привет, с вами Fancy Something. И у нас наконец-то открывается неделя DIY. Как я заметила по комментариям, вы рады этой новости. И я очень переживаю за мой график, надеюсь, я буду все успевать в срок. Теперь с этого дня ждите 7 видео подряд с огромной порцией вдохновения. Ну а сегодня я вам покажу, как сделать стильный календарь своими руками. Неделя DIY объявляется открытой! Поехали! С моего балкона я достала деревянную балку, окрашенную с одной стороны краской. Эта сторона мне не понадобится. Отмерила 21 сантиметр 3 раза. И распилила по намеченным линиям. Зашкурила края наждачкой, чтобы не поймать занозу. А это, собственно, сама поверхность для календаря, высотой 15,5 сантиметров. Подберите саморез подходящего размера и скрепите доски металлической пластиной. Вот что у нас получилось. Теперь ставим ее на нашу третью доску, это будет платформа. И скрепляем с помощью маленьких гвоздиков. Вуаля! Купите вот такие маленькие крючки. И вручную вкрутите в доску. Из черного картона я вырезала 13 карточек размером 13 на 5 сантиметров. И дабы сделать карточку двусторонней, покрасил ее черной краской. Цифры и месяца написала золотым контуром по ткани. Но у меня ничего другого не было, вы можете взять любую другую краску, гуашь, акрил и так далее. Для удобства, чтобы буквы и цифры были одного размера, подставьте уже готовую карточку рядом. Еще лучше, если подставите линейку, сверху и снизу. Я воспользовалась железной пластиной, то, что первое попалось под руку. У вас должно получиться 3 части, потому что в первой части у нас 6 карточек, это месяца. Январь, февраль, март, апрель и так далее. А во второй части 2 карточки, это первые цифры месяца, 0, 1, 2, 3. А в третьей части последние цифры, там должно быть 5 карточек, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Может быть сейчас трудно понять, но в процессе вы сразу поймете. Цепляем за крючки и готово! Все, надеюсь, вам понравилось это видео. Такой календарь станет стильной деталью в вашем интерьере. По мне, так он просто прекрасно сочетается с моим стилем лофт. Если вы не хотите пропустить следующий DIY, то не забудьте подписаться на мой канал Fancy Something. Впереди еще 6 видео. Ну и, конечно же, можете подписаться на мой инстаграм fancy_something, если вы хотите следить за моими новостями. Мы с вами встретимся в комментариях. Я всегда с нетерпением жду и с удовольствием читаю. Ну все, я побежала монтировать следующее видео. Всех целую. Всем пока!